вот мы экспериментируем теперь с Валентином. Пока, честно говоря, не понял я этот радар, то есть я все-таки привык там к говорящему эскорту своему, привык, что эскорт все четко проговаривает, по-русски все нормально, здесь пока пиликанье. То есть, но удивляет, что если я раньше, по сути, был приверженцем эскорта и говорил, что там, ну, круче ничего нету, здесь я вижу, ну, немножко, может быть, подальше он срабатывает. На немного, то есть вот сейчас проехал я стационарный, получается, лазерный радар сверху. Вот, получается, как бы он его увидел раньше, чем его видел эскорт. Но, с другой стороны, эскорт его больше видел по GPS-у. То есть, ну, в плане улавливания, именно если судить о радаре, у радарной части, этот берет дальше. То есть вот он плюется, видит, получается, следующий радар дальше. Пока все правильно. Ну, непривычно, что все-таки звуки, хотя мне, по сути, также все равно, говорит он или пиликает. Ага, то есть радар вот у нас сбоку остался, все правильно, там у нас висит такой же стационар. Теперь, получается, мы удаляемся от этого радара. Ну, по срабатыванию, да, по срабатыванию, конечно, пожалуй, будет покруче, должен признать. Но единственное, вот как быть с левыми помехами, сейчас специально катнемся. То есть те места, где как бы радара нету и орут все, то есть я вот шоуми видео выкладывал, там орал, получается, я ставил, ну, банил эту точку, грубо говоря. А сейчас посмотрим, как этот радар поведет себя там. Так, ну все, вот он потерялся с этой помехой, мы уехали от нее. И сейчас дальше посмотрим. Немножко убивает вот примитив его. То есть все-таки, может быть, да, это классика, нужно отдать ему должное. Но, ну, слишком он простоватый. То есть я до этого тесты, которые смотрел. Ну, по сути, что такое тест на YouTube? Да, больше обсуждения продукта, чем продукт в действии. Вот. В этом плане, конечно, да, вот он немного простоват. То есть вот рядышком стоит мой эскорт, да, с которым я уже прилично катаюсь. И он намного интереснее. Внешне выглядит, да, ну, по сути, мы обсуждаем сейчас не внешность, а радарную часть. Вот, ну, сейчас пробочка здесь. Скинем сейчас дальше. Едет, не едет, нет. Да, все, наверное, глуши пока.